Глава региона совершил облет Исатайского и Курмангазинского районов, в ходе которого проинспектировал работу уполномоченных органов по борьбе с незаконным выловом рыбы, строительство и реконструкцию противопаводковых дамб, а также посетил завод по переработке рыбы в селе Шортанбай. Завод занимается приемом и переработкой рыбы. Здесь изготавливаются копченая и вяленая рыба, рыбная продукция, полуфабрикаты и щучья икра. Продукция помимо внутреннего рынка также отправляется на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Глава региона в ходе осмотра предприятия отметил, что субъекты бизнеса для увеличения объема выпускаемой продукции могут воспользоваться мерами господдержки.